Дорогие друзья, меня зовут Антонина. Приглашаю вас на свой канал Дачный сезон круглый год. Постоянные зрители моего канала и также подписчики знают, что я провожу в осенний период очищение организма по методу Лебедева. И не только я, но и большая часть моей семьи. Но сегодня я хочу рассказать еще об одном очень простом, доступном в материальном плане способе почистить свой организм весной этот рецепт называется рецепт русских знахарей для очищения организма однажды я этот рецепт нашла в интернете положила себе в закладочки и вот пришло время я его нашла и я решила приготовить необходимое снадобье для того чтобы очиститься весной в пост весенний перед паской очистить свой организм от шлаков различных от солевых отложений в печени, в желчном пузыре, в почках, а также почистить практически все свои органы, селезенку, поджелудочную железу. Все ненужные отложения постепенно будут выведены из моего организма. Подключились ко мне также два члена моей семьи. И вот втроем мы проводим эту чистку. И я вам всегда говорю, что все, что я советую, особенно по поводу здоровья, да, в принципе, и все, что на огороде я испытываю, в саду ли там, в теплице, в быту, все это я обязательно проверяю на себе и только потом, если я вижу эффект, если я вижу, что это очень здорово, очень хорошо, тогда только после проверки я начинаю с вами делиться своими знаниями и своим опытом. Итак, что же это за очищение организма по рецепту русских знахарей? Способ этот достаточно простой, но несмотря на это отлично работает. Провести такую чистку сможет любой и каждый. Рецепт этот подойдет всем. Здоровым, чтобы и дальше оставаться здоровыми, достаточно будет делать подобную чистку один-два раза в год. Больным, чтобы поправить свое здоровье, можно очищать организм по этому рецепту через каждые три месяца. Итак, непосредственно сам рецепт чистки. Хочу сказать, что в интернете ходит очень много вариантов этого рецепта, но не все они правильные. Я же нашла самый настоящий, действительно правильный, и хочу это подчеркнуть, потому что дальше буду состав рассказывать. Один стакан овса – это мало. На такой объем воды, которую мы будем брать, нужно обязательно брать три стакана овса. И дальше по рецепту, который я вам сейчас расскажу. Итак. Какие же травы нужно заготовить или купить в аптеке для проведения очищения организма по рецепту русских знахарей? Это овес. Овес цельный, кормовой, не протравленный. Покупать его лучше всего или у бабушек на руках на рынке, или в магазине корма для животных. Так, овес, березовые листья, сушеные или березовые почки, брусничные листья, плоды шиповника, кукурузные рыльца и трава с порыша. Вот всего шесть трав нам нужны для этого рецепта все травы сами по себе очень полезны очень лечебны и многие наверное из вас знают способы лечения различных заболеваний какой то одной из этих трав то ли березовыми почками то ли брусничным листом то ли кукурузными рыльцами и представьте себе то ли шиповником и представьте себе какую в 6 раз большую мощь даст нам этот рецепт, если мы используем все 6 трав для приготовления средства для очищения. Итак, первый этап. В эмалированную кастрюлю, ну по рецепту, чтобы хотя бы туда 4 литра воды помещалось. Заливаем эти 4 литра воды комнатной температуры. Добавляем туда промытого 3 стакана овса промытого. В теплой воде высыпаем 3 столовые ложки березового листа и 2 столовые ложки брусничного листа. Убираем все это на сутки в прохладное место. Скажу вам, что я делаю в комнате в доме. И через сутки на поверхности вот этого сбора, который стоит, настаивается в воде. Появляются такие небольшие пузырьки, и такое впечатление складывается, что это все закисло, но это не так. Дальше мы будем это, этот настой варить, и вся эта пенка сойдет. После того, как мы поставили настаиваться три лекарственных растения в одной кастрюле, берем другую кастрюлю, эмалированную, все готовим в эмалированной только кастрюле. Заливаем 1 литр воды, доводим до кипения. Моем один стакан плодов шиповника и высыпаем в кипящую воду. Кипятим шиповник не более 10 минут. Кипение умеренное, не нужно, чтобы сильно кипело. Далее снимаем с огня и также убираем в прохладное место. Настаиваться на сутки. Итак, прошли сутки. Настой овса с березовыми. С березовым листом или с березовыми почками и листом русники ставим на огонь, закрываем крышкой и кипятим 15 минут на умеренном огне. Затем размешивая, добавляем еще 3 столовые ложки травы с порыша и 2 столовые ложки кукурузных рылиц. Если рылиц нет, можно их заменить бессмертника. Все это нужно прокипятить еще 15 минут и снять с огня и дать настояться 45 минут. Оба настоя. Этот, который варился и простоял 45 минут. И отвар шиповника, который мы кипятили вчера, и он сутки настаивался. Отдельно фильтруем в один слой марли и соединяем их вместе в одной емкости. Получается где-то около 3 литров отвара, может быть чуть больше получится. Готовый отвар хранить обязательно в холодильнике и не более 5 дней, так что вы заранее готовьте очередную порцию. Срок годности этого отвара небольшой. Перед употреблением порции отвара его обязательно нужно подогревать до теплого состояния. Как принимать отвар? По 150 миллилитров Три, четыре раза в день за тридцать минут до еды. Весь курс лечения составляет десять дней. Как вот я себе делаю десять дней, потом десять дней перерыв и повторяем этот же курс лечения. После такой чистки овсом и лекарственными травами в виде листа березы, листа брусники, травы с порыша шиповника и кукурузных рылец, вы заметите положительные изменения. Появится легкость в организме. Если была проблема с кожей, то она быстро придет в норму. И вы почувствуете, что ваши почки стали лучше работать, нет застоя желчи, и вы стали веселее, бодрее. И вот это все будет результатом вашего этого лечения по рецепту русских знахарей. Подобная чистка также отличный способ похудеть. Скажу по себе, когда пьешь отвар этих трав, совершенно как бы не чувствуешь голода. Это я на себе вот замечаю. Так что кроме пользы, ничего вашему организму такая безвредная процедура не принесет. Всем вам желаю здоровья, всем вам желаю хорошего настроения, всем пока-пока, всем удачи.